Женечка – голубоглазый мальчуган с очаровательной улыбкой. Малыш в меру активный, с большим интересом изучает мир. Разговаривает Женя пока мало, но все, что ему необходимо, объяснить может ясно и понятно. Постепенно наращивает словарный запас. Малыш с большим интересом изучает мир. Женя появился у нас совсем недавно. Он очень ласковый, добрый мальчик. Сразу же нашел контакт с детками. Женя очень любит смотреть мультики и внимательно слушает сказки. Всегда внимателен и собран на занятиях. Обладая покладистым характером, Женечка приобрел множество друзей в группе. С радостью участвует в играх с мальчиками и девочками. Из игрушек он предпочитает, конечно, машинки и конструктор. Женя не теряет надежды обрести крепкую, любящую семью. Подробнее о Жене вы можете узнать в отделе опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу: улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 32 35 36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке Тихоокеанской мостостроительной компании. Наше призвание – строить мосты. Мы помогаем детям обрести семью. Город Уссурийск, улица Попова, 32А. Телефоны 26 41 12 35 39 00.